Или уже в аэропорте. Борис, польдаемся. Где ты пятишься? И сейчас мы будем садиться. Защита. Я в защите. Владулин, Влада, выбрось, пожалуйста. Хорошо. Мне нужно выбросить. Да. Иду и кроссовки, еду с чемоданами. Так, всем привет! Пока мы еще не разместились полностью, вот это вот наш номер. На втором этаже, внизу Лера. Вот такая вот лестница. И заходим в номер. Обычный номер, без сверхъестественности. Вот такая вот красивая картина. Кондиционер есть, правда, старенький. Такое вот зеркало. Две постельки. Телевизор. Двери на балкон. Вот такой вот балкончик. Маленькая веранда, красивый. Можно себе вечерком отдыхать. И вид на город сразу же, что не очень радует, конечно же. Вот сосны здесь. Ну, красиво. Не на что жаловаться. И вот это вот еще раз наш номер покажу. Дальше покажу. Ага, две кроватки, комодик, пуфик. Такая вот полочка. Мама. Диван. Мама. Шкаф. О, тут можно весь гардероб сложить. Дальше вот это вот дверь в ванную комнату. Вот такая вот ванная комната. Зеркало такое огромное. Фен, все принадлежности. Красивая раковина. И вот тут такая вот, ага, вот унитаз с полотенчиком чистым. И душевая кабинка. Все очень скромно и хорошо. Мама! Да, Имусь? Даю. Вот такой вот у нас номер. Клуб отель Тархан. Первый день на Эгейском море. Возле города Дидим. Вот такие вот волны на море. Классные. И девочки нашли тут маленький кружечек. Ну-ну-ну, красивенько с ними. Обращайтесь. Боятся, они уже малюсь. Осторожно, осторожненько. Такая вот красота. А мы где будем? Я сегодня в таком красивом купальнике. А мы где будем? Красотки, давайте раз улыбнемся. Эмилия, быстренько, давай, Эмилия. Влада, улыбаемся. Пожалуйста, посмотрите на раз на меня. Девчонки, на меня один раз. Эмилия, быстренько. Эмилия. Хотите кушать? Бедняжечки, голодные такие. Ну, сейчас мы пойдем на ужин. Красоточки такие. Вот мы опять переехали, и у нас теперь уже 600
513 номер. Вот такие вот красивые однотипные номера с видом на море с этой стороны. Там вот такие вот домики. И мы заходим в наш номер, смотрим. Вот такой у нас номер. Зеркало. Двуспальная уже кровать. Телевизор. Такой вот красный диван красивый. Шкаф. Подставка. Заходите в ванну. Здесь умывальник, фен. Мыло. Здесь вот душевая кабинка. Чистые полотенца. И унитазик. Так, а дальше вот у нас выход на балкон есть. Посмотрим, какой там вид. Так. Открываем шторочку. И вот такая вот красота. Вот такая вот красивая территория. Красивые балконы в греческом стиле. Очень красиво. Вот здесь солнце или ели. Вот такая вот красота. Территория довольно-таки ухоженная. Очень-очень много пальм. И очень чисто. Плавает в бассейне Эмилия, помаши ручкой. Привет! Вот такой вот бассейн туннельчиком. Там вот такая вот горка. А ну-ка посмотри на меня. Открой глазки раз еще на меня. Супер. Чего себе, какие вы спортсменки. Красота неописуемая. Вот там пляж. Такой вот красивый вид на море. Шикарно просто. Ой, а вот. Обедают себе вкусненько. А ну, девочки, посмотрите на меня в детской комнате. На меня, Владусь, быстренько. А теперь сделайте, как вы этими делали, бутылочками. Так, не бутылочками, а стаканчиками. Тост. Вместе, раз. Класс, супер. Ну, как вам отдых? Хорошо. Хорошо, нравится? Умнички. Покажите супер-класс. На меня, Эмилия, глаза, пожалуйста. Бегите сюда.
теннисный корт мы с Эмилией идем. Вот такая вот аллея пальм красивых и домиков. Территорию. Смотрите, тут вот эти вот лианы красивейшие. Этот отель Тархан Клаб Бич. В этом, вернее, отеле очень красивые пальмы. Очень красивые пальмы. Посмотрите. Вид на море, конечно, замечательнейший. Мы как раз тут же... Нет, мы живем в следующей аллейке. У нас вот такие вот столики. У нас 513 номер. О, Эмилия, мы с тобой еще не видели вот эти вот беленькие столики, видишь? А ну встань, пожалуйста, туда. Встань, пожалуйста, туда на секундочку. Ты видела их? На меня улыбнись, пожалуйста. И мысь. Умничка. Красиво? Такие вот столики с видом на море. Красиво. Спортсменка, кто занимается. Вот такой тут вот есть тренажерный зал. Тренажеры старенькие, но можно заниматься. И такой вот опять же таки вид на море и закат солнца. Красота неописуемая. Очень красиво. Вот такой вот вид на ресторан, отель, пляж, бассейны. А это вся территория там, где находятся домики. Такие фотографируются, такое красивое дерево. Закатом. Шикарно просто. А, там есть еще такой небольшой и маленький остров. Тоже красиво. Эгейское море. Очень-очень теплое. Молодец, ты спортсменка. Вот и Муси. Мы нашли такой шатер красивый. И сядь сюда. Сядь. Хорошо, сяду сейчас. Вот такая вот территория красивая. Еще раз вам покажу ее. Зонтик есть еще с лежачками. И Муся, наша красавица, сидит себе в этом шатре. Сажусь. На территории такие вот коты гуляют. Турецкие коты, да, Эмилия? Маленькие котята играют. Вот вход в наш главный ресторан. И Эмилия решила с ним и поиграться, с этими котиками.
Давай, котики, пошли. Даже кто это у нас? Это тюрк, наверное. Вот вывесили. Вот это такое вот наше расписание. С 7 до 10 у нас завтрак. Потом поздний завтрак. Потом у нас обед. И потом у нас ужин. Да, Эмуся? Вот мы поменяли доллары на турецкие лиры. И так вот они... выглядит. Вот 100 турецких лир. Переворачиваем. Кто же тут? Вот. Правители, шахи, падишахи.